Я тоже убирался, когда там алкоголем ничего не было. Мозепам-то слабый. Вот если много этого ксанокса выпить за запад. Ну, ксанокс, кстати, не такой, как зарубежный. Ну, бывает, вот оно. Вот оно. Лошадиные дозы. Не, не настолько жадные. Настолько жадные. 150 миллионов человек, а вот их... Какой им денег? Куда они убивают? Я бы за эти деньги расписал все дома. Все бы расписал. Все бы рисовал. Все украсил. Бедных, несчастных детей, которые бьют, убивают своих родителей, я бы расписал по этим, ну, по хрущевкам, на полном, ну, тогда по квартирам, они жили спокойно там. И чтобы вы приносили еду специально работать. Это просто жесть. Сколько у них денег, их несколько человек всего владеет мозепамом. Их всего несколько человек держит. Давай воду. Давай пополам разделим. 2,5, это получается 1 с чем-то денег.
Это бабушка подаяние в магазине купил там. И короче, я принял созвон, возвращаюсь из магазина. И просто иду, короче, знаешь, машины, которые толпой там едут, кажется, что они все на своем месте. Вот даже у группы «Мои ракеты вверх» есть песня, все на своем месте, наверное. Там, короче, да, они, короче, это. Машины, знаешь, они как мягко едут, типа, они на своем месте. Люди идут, они такие все воскрёженные лица, там, ужасом, ну знаешь, какие там ужасы. Ты смотришь, и ты впервые просто видишь людей. Когда я в обычном состоянии смотрел на людей, то они раз, ну так раз смотришь, и он просто сворачивается, и она, ну, почему-то чувствует, не знаю, что он. А тут ты смотришь, они на тебя не они идут и так. Ты смотришь, просто идешь так, и видишь все, и мир, как ты знаешь, он в безопасности. Все на своем месте, все так идет гармонично, знаешь. Ты просто садишься, и ты не боишься, что тебе бомж подойдет и копает, еще кто-нибудь. Даже если подойдет и копать, ты будешь с ним базарить, что-нибудь. Чувствуешь себя в безопасности просто. Впервые почувствовать себя человеком в безопасности, а не заданным зверем, который вообще шум от шума постоянно тревожен. Просто спокойно сидишь и знаешь, шум машины нет. Ну да, это состояние реально очень спокойное. Да. Но я был слишком, наверное, пьяный, типа с другом мы прям такие сначала, ну, угорали там, что-то шутили, пытались прикалываться, потом я вот начал понимать то, что что-то вот реально меня расслабляет, все меньше сил, что-то вот на приколе двигаться и такой. Ну а ты так соединяешься, ты был сейчас наоборот? Я был скорее вообще никак, типа, я был настолько расслаблен, что мне вообще было по барабану, что вокруг происходит. Мы вот с этим теплом взяли, собрались и поехали в Барыгино, типа, ну, Барыгино. Есть Барыгино, почему? Да, ну, почему Барыгино, типа... Еще они траву, что ли, да. Блин, у меня кашляют, жировые от сигарет кашляют, ничего не чувствую, кроме... Ну что, чуть-чуть, не знаю почему. Мне нету дела, может, чаще повторить, почему. Я бы хотел. Я не понимаю, я пытался за тебя курить много раз, но не получалось. Ну, сигарет вообще, типа, там нет никакой истории, это просто глупость. Нет, дыхания никого нет. Я курил, через силу ходил, курил себе затяг, никакого привыкания, ничего. Ну, типа, надо, чтобы тебе просто нравился процесс, типа, чтобы ты такой куришь и думаешь, типа, я как это, персонаж фильма, он такой куришь. Да. Он только вот на таком уровне фильма, да. А если не затяг, то не... А многие люди как думают, курить не затяг или это просто... Да нет, только школьники не затяг курят, я думаю. Короче, это... А этот барыга через контролы может? Да, но очень редко. Ну, ничего нет. Давай, выключим.